Ну что, пришла такая вот посылочка Horse Motors. Вот. Заказал первый раз пластик. Horse Motors. Посмотрим, что за пластик. Я, конечно же, знаю, ну а вы посмотрите. И как запаковано, и какое качество пластика. Вот так неплохо запаковано, я сказал бы даже, для, как говорится, такой компании, как Horse Motors. Начинает исправляться, в принципе, как бы, цена качества запчастей, как бы, ну, адекватная для китайской мототехники. Вот так. Ну и мы будем, как бы, распаковку делать. Посмотрим, что и как они запаковали, и какое качество запчастей фирмы Horse Motors. Начинаем распаковку. Вот так, берем нож и начинаем разрезать. Карта, в принципе, добротная, упакована неплохо. Вот, я не ожидал, что так фирма Horse Motors может запаковать. Честно признаться, она меня удивила. Ну, посмотрим внутри, удивит ли меня качество. Даже и запчасти. Так обычно упаковано, ничего особенного. В общем, перематор, как обычно. Раскладываем и открываем. Ага, все отлично надрезать. Сейчас их тоже снимаю. Вот так запакована запчасть. В принципе, отлично все выглядит в упаковке. Вот такой бронзовичок, серенький. Весь кирпеж ничего не ломанный. Царапин никаких. Все отлично выглядит. Новое. Это передний пластик щитка. Вот. Перед колесом который. Вот так. В принципе, покрашено нормально, бюджетно. Посмотрим, какого года пластика есть. Что тут состав? Сейчас, секундочку. Непонятно. Так, кастовый пластик. АБ-пластик. Здесь АПС. В принципе, нормально. Меня все устраивает. Спасибо, Horse Motors, за качество упаковки и качество запчастей. Вот. Для китайских пакетов. Вот. Покатка, конечно, хотелось бы получше, но меня и так устраивает. Выглядит шикарно.